В Алматы в парке скульптуры музея имени Костеева состоялось торжественное открытие изваяния под названием «Храм и тюрьма». Его автор – казахстанский архитектор, скульптор и изобретатель Сакен Нарынов. Идея создания мастеру пришла еще в 90-х годах, но удалось ее реализовать только сейчас. Для этого автор не один год изучал материалы на философскую тематику. На техническое воплощение ушло около 2 месяцев. Это тема топологического пространства и евклидового пространства. Вот эти две противоположные пространства создают вообще наше видение. Вот ученые говорят, что правым полушарием мы создаем топологическое пространство, а левым полушарием евклидовое пространство. И здесь, в этой работе, как раз я противопоставил эти жесткие прямоугольные формы, которые адресуются тюрьме, и мягкие формы, купол, арки, которые адресуются храму. При создании скульптуры автор столкнулся с проблемой передачи цвета. Тюрьма ассоциируется у людей с темнотой, храм же со светлыми оттенками. Поэтому было принято решение изваяние сделать из серых металлических прутьев как символ тюрьмы и чтобы через них проходил солнечный свет, символ храма. Это не все сюрпризы для горожана Сакена Нарынова. Совсем скоро по проспекту Абая в Алматы появятся большие камни со словами назидания великого поэта Кунанбаева, словно он прогулялся по современному мегаполису и оставил послание алматинцам.